Так, все, мы уже собрались, навели порядок, все как было, все так и оставили. Хожу по комнатам, проверяю, ничего ли я не забыла. Вроде ничего. Все здесь. Все мы вместе оставили. Шкафам. Все на месте. Вернее, ничего нету. Ничего нет. Сейчас еще в нашу комнату зайду. Остались Максима вещи, плавки и футболка. Сейчас оденет. Так, здесь тоже вроде ничего нет. Тут мы ничего не клали. Шкафа пусты. Это их подушка наша не была. И здесь ничего нет. Все. Я везде там посмотрела. Нет. Ух ты, тут такой телефон интересный, Максим. Кнопочный, проводной. Я такой давно не видела. Так, все, кондиционер выключили. Все, спасибо этому дому. Поехали мы дальше. Поедем сейчас искупаемся в море на прощание. Потом сходим там. Даня хотел какой-то на VR сходить. Да, и купим всякие там сувенирчики. И поедем домой. Да? Все, поехали. Вот и почти закончился наш отпуск. Местами утомительный. Не, нормально. Местами бешеный. Вот. Но. Но самый лучший в нашей жизни пока что. Пока что да. Потому что мы оторвались вообще по полной. Все понравилось. Сделали так, как мы хотели. Ходили куда мы хотели. И у нас и дети и наеденные, наеденные напиты. Всем подряд. Да, и мы вечерок один себе выделили. В общем, все отлично, все хорошо. Такой вечерок. Вот. Сейчас выдвинулись, оставили машину, сдали уже дом. И идем. Даня одну развлекуху не доделал, не доразвлекал. Пойдем. VR, он говорил. На VR сходим, потом мальчишки. Пойдем. Хотели свои денежки еще потратить там на какие-то сувенирчики, что-то там. Ну, в общем, купить что-то хотели. Потом. Пойдемте быстренько. Быстренько, пешеходный, Даня. Потом пойдем на пляж, сходим, искупаемся. И выдвинемся домой. Нас там уже наши домочадцы заждались. Ага, приедут. С ногами и с руками сожрут. Нет, будут обнимать, целовать нас. И что, мы им в гостиницу идем? Да. Запас. Вот. Саша не хотела, я говорю, давай сюда. Арчик обрадуется. Да. Вот. Так что домой уже хочется. Уже все. Нет, можно было бы, наверное, еще. Я не знаю. Ну, уже. Еще? Но уже, да, такое насыщенное. В общем, мы уже все сделали. Все. Везде все сделали, все отдохнули. Отлично, и с новыми силами. Будем ждать теперь следующее, что у нас будет. Это мы будем ждать нашу бабушку. Да? Она приедет. Да. Потом другую бабушку с дедушкой. Тоже к нам в гости. У нас август будет насыщенный. Да, приедут. Да. Август будет насыщенный. И мы, кстати, с ними сгоняем на море. Последний раз, ребята. Нет. Вот. И потом уже. Спокойная, размеренная жизнь до следующего года. Мы смотрим, попрощаемся. Так, ладно, пошли мы развлекаться. Ну, вас, как всегда, берем с собой. Может, снаряд в голову прилетит. Осенью захочется. Так, Даня тут кучу себе накупил. Игрушек, гиваги взял. А это что такое? Вот это вот липушка. Вот это? Это липушка. Ты ее распаковываешь сейчас? Ты можешь ее приклепывать? Тоже прикольная штука.
И самолетик вот там собранный тоже. Да, вот этот тоже. Самолетик. Вот я видел, видел, он прям его собирает сначала, и он прям летает хорошо. Угу. Ну, здорово. А Кирилл купил Даше сувенирчик, да? Покажи, пожалуйста. Это прикольно. Прям. Вот такой Анапа. Вот и кораблик. Держи на месте. А пробка отсоединяется, класс. Интересно? Да. Все, пойдемте. Все, теперь идем на море. Я чего? А теперь помчали. Здоровый дядечка и разогнал всех голубей. Сегодня здесь особо много людей. Сегодня жара сильная. Прям жарко. И поэтому народу много-много. В нашем пляжике. Я уже боюсь представить, что на центральном пляжу. Так, все, накупаемся и поедем. Сегодня хоть много людей, но водичка чистая. Идеально чистая, но зато приплыли медузы. Ну, кстати, не жалятся совершенно, ничем не мешают. Угу. Так что сегодня, и она более-менее тепленькая водичка. Сегодня очень приятно купаться, плескаться. Прям очень круто. Ой, здорово как. Камушками так ноги забрасывает, забрасывает. Ага. Народу также много, но вода реально чище. Вот, только медузки, видите, сколько их. Максим говорит, медузы приплывают туда, где чистая вода. Видимо, сегодня такая чистая вода, что приплыли медузки. Камушки красивые. Красивые? Ну все, мы накупались и едем домой. Сейчас заедем за мороженым в какой-нибудь магазин. И едем домой. Все, прощай, Анапа. Пока-пока. Хотя нет, не прощай. Может быть, до новых встреч. Может быть, еще там. Здесь есть еще куда сходить. Да, Анапа нам понравилась, в принципе. Так что, до новых встреч, Анапа. Все, мы уже приехали домой. Разгрузили машину. От Арчика привет. От счастья было столько от зефирки. У нас там все заросло вообще травой. Сразу же разобрали вещи, и Максим пошел косить траву. У меня пересохло все. Засохли. Ну, в общем, ну, еще не совсем, но герань подсохла. Петунья бедная, блин, я никак петунью не восстановлю. Тоже подсохла. Вот она. В общем, все подсохло. Сразу же пошла в огород. Смотреть, что у меня в огороде. В огороде тоже травой все поросло, но у меня еще, ко всему прочему, видите, красные. Начали спеть помидоры. Я их перед отъездом обрезала. Все больные листочки, все больные помидорки выкинула. И теперь у меня зреют помидоры. А вот один помидор черный. Нужно его выкинуть. Вот. И вот. Все остальные зреют. Это розовые все. Уже видно точно. Это все красные. Вот. Там перчик даже зреет. Тоже есть перчик. Тоже все полила уже. Сразу же первым делом. Угу. Сейчас покажу. Вот там вот перчик. Ай. Как бы вам так показать. Болгарский. Вот они, маленькие такие штучки. Вот. Ну, в общем, все радует глаз. Так. Ай, поставила чай, попить чай. Думаю, сейчас попьем сейчас чай. Но Максим завелся, пошел косить траву срочно. Поэтому мальчишки пошли, Данька себе самолет купил, пошли его пускать. Тоже некогда.
Вот. Здесь жара. Сейчас на неделю сказали зарядятся дожди. Фу, розы мои отцветают уже. Здесь наоборот, вот уже отцвели вот эти вот. Видите, какие уже набухли, надо отрезать. А здесь вот зацветает. Красивенькие такие. И вот эта розочка тоже уже отцвела практически. Надо будет отрезать бутончик. Ой, как хорошо дома после хорошего длительного отпуска. Так, у нас уже дело близится к ужину. И мы решили сегодня сильно не готовить. Сейчас пожарю картошки с огурчиком, с помидорчиком. В общем, такой легкий, ну, относительно, конечно, будет у нас ужин. Вот, так что сейчас уже я нарезала картошку, лучок, и буду жарить картошку.